очередная погодка, займи да выпей. Поехал я забирать Ванечка пирожочка из центра. Прилетел дружочек мой. Блин, надеюсь, как обычно, я не попаду в дождь. Взял Ванечку каску, чтобы попы нас... Опа! Ну ладно, ничего страшного. Чтобы попы нас не хлопнули на 400 бат с утра пораньше. Хотя Ванечка миллионер, но раз уж я за рулем, то, скорее всего, и штраф платить мне. Вон он идет. American boy. Да, Ванек, нормальный байк, не обламывайся. У тебя чемоданчик такой маленький, прикольный. Да, блядь, по рекламе дали. По рекламе? Да. Слушай, может, нам байки по рекламе намучат бесплатно? А где ты там намучишь? Не знаю. Тебе из Америки вот и привез. На. Короче, сегодня я палочку буду катать с пингом. Подписчики. Одевай шолом. Тут будет, конечно, страшно, да, одевать павлита? Ну, белую, наверное. Зря я вообще. Ну ладно, что делать? Ну, что? Ну да. Готов? Да, готов. Надо Кристинку научить байк возить, чтобы она меня катала. Направо нет выезда. Как точно, нет? Ну точно нет. Прикрыто, да? Да. А то иногда заколупывается. Заколупываешься за рулем ездить, а так по кайфу с ветерочком. Бизнес-класс, да. Ванёк опасно водит. Забрали с Лазады посылочку. Ой, что интересненькое пришло. Поехали, да? Знаете, моя старая под... Подружайтесь, она работает сейчас? Саварика? Сегодня поехали? Да! Лида, есть Лида! Лида, есть? Есть, да! А у тебя? Дай мне 10. Сколько? А? Сколько, чтобы... 10. Хорошо, потом. Да. Деньги есть? Деньги есть? Есть. Сколько? Давай, у кого больше? Я чуть-чуть. Ты богатый? Нет. Вот ты мне твоя. Сколько? 5. Да, нам хорошо работать. Да, вечером приду, вечером, да? Черик, что это у нас тут? Очочки для дрона. Да, вкусно тебе сейчас будет, наверное, да? Да, Павлик. Вот мой друг, в чем заключается наша жизнь. Кепку отдела Лазарин. Ванечек взял себе байк в аренду у ребят на Паттайя-парке. За двушку, я знаю. За 2000 бат в месяц клика 125-го. Снимает видео. Надеюсь, чтобы потом не прикуривали ему за... Сказано, наебалого не было. Ну, они особо голову не греют никогда, они молодцы. Спрашиваю. Блядь, что такое за хуйня, короче? Хорош. Так, что делать, если сломался байк? По техническому все мы обслуживаем. Это а бабки кто платит? Бабки? Босс. Биг босс. Босс платит, если да, по технически. Да. То есть, если разбился, что-то сломал, то будешь ремонтировать сам. И себя, и байк. Все, хорошо, так, понял, да. Спасибо. Так, контрольное взвешивание толстяка Павлика. Нормально. Ваня гедонист. Том яму поел, байк снял. О, вон на моем байке едет. Шейк. Шейк заказал за 40 рублей элитный. На Сбербанк можно? А? На Сбербанк перевести можно онлайн? Можно, можно, да, Йоси. Рубля. Да, там. 46 бат дает. 46 бат дает. Приехал смотреть квартирку очередную в Люмпине за 5500.
Сейчас посмотрим, что предлагают. Цена вообще приятная. Чик. Ну, типа такая студия. Прям очень маленькая, конечно. Что там, вид? Окна в окна. Ой. Даже немножко моря видно. Хотя даже и не немножко. Нас за окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай. Подглядывает, стоит. Ага. Харой. Вот хоть и понедельник сегодня, да, но народу, конечно, пипец тут. Тайцы бездельники. Понедельник, в разгар рабочей недели, отдыхают на рынках, креветку едят. Вот так даешь креветочки, и все, тебе прям дают и прям. А эти прям живые. Веганам привет. Пришел тут тигр у нас. Опа. Чувак. Расскажи, как ты ешь Вискас. Арой Мак-Мак. Твой кот Вискас ест. А че, кто-то хатки за 5500 в месяц снимает, а кто-то Хилтон. Куда, блядь? Куда чирикать вообще? Куда, блядь, да? Сюда, что ли? Ничего себе. Ну-ка. Закарочка стоит. Че там? Экономная. Президент рум. О. Ну не прям чтобы. Вау! Нормально. Что, выпьем за любовь? Водичку. Как говорил Игорь. Вот это я понимаю. У Ванька тут бизнес вообще класс. Красава. Классика. Миллионер. Можем принимать гостей, бать, Павлик. Кто к Ваньку на вписку сегодня? А видок-то у тебя какой, ты посмотри просто. Все, кончилась музыка. Бля, только весело было. Ты чё, айфон? Ну все, друзья мои, я в тепле. Вот мой друг, в чем заключается наша жизнь. Кепку отделал Лазарин, на него и в танец сидим, сейчас будем самый вкусный том-ямчик кушать. Как я скучал по тебе, дорогой мой друг. И том-ям. Вот, друзья мои, наслаждаюсь своим любимым местом. Приехали в амбассадорчик, кто знает по-любому. Павлик здесь. Я ненавижу амбассадор. Павлик ненавидит, но мы приехали. Здесь мне очень нравится. Душевно так. Газончик. Народу нет, ничего. Да, сейчас народу нет, вообще спокойненько. Немножко так сегодня дождик прошел. Вот, но тем не менее, видите. В шортиках, футболочках, все. Так, все, друзья мои. Креветулечки почти готовы. Ах, сейчас Иван Андреевич будет откушивать. Спустя долгое время, ребята. Все, Иван Андреевич заселился. И, блядь, будет теперь довольный, потому что я так задолбался, честно говоря, вот эти переезды. Сейчас покажу вам красоту. Я уже здесь был, ладно, признаюсь честно. До этого момента потанцевали вы. Сейчас, смотрите, как красиво. Просто нереально. Да? Что-то народу, конечно, еще не особо в Таиланде сезон начался. Хотя он сезон начался, но
это этот, людей пока нету. Вот, но. Но я сейчас переоденусь и пойду проветрюсь на танцы. Ой. Дорогие друзья, на вечер решил немножечко проветриться, потому что часовые пояса, они просто нереальные. У меня уже голова болит, сегодня даже кровь из носа шла. Не понимаю, когда ложиться, когда вставать. В общем... И 33 богатыря! С ними дядька Черномор! Короче, на ночь решил зайти к знакомым в кафешку и пожарить шашлычка.